Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Никита Брулевич. Сегодня в честь 100 подписчиков я разберу все свои головоломки и попробую их всех собрать. Ну, если говорить «все», это немножко преувеличение, потому что которые самые свои тяжелые собирать не буду. Ну, то есть мастер... Ой, то есть Гигаморфикс, Axis Time Wheel, Сквайр, Ghost Куб. И еще я решил не собирать бочку, мега-бочку, потому что на ее одну уходит полчаса. А я планировал все видео снять минут за 50. Так вот, давайте я сейчас их... Во, вот так гораздо лучше. Я хочу сказать, что скоро у меня будут видосы про головоломки. Так, один, я забыл тут запутать. Как собирать, и будет много еще. Но теперь у меня есть цель собрать мастер пирамо... Ой, то есть Гигаморфикс и Супер Сквайр. Потому что у меня только они остались непобедимыми. Так, все это время мне будет помогать мой верный помощник Кекс, который сейчас случайно уснул. Ну, в общем, на камере, может быть, будет видно мое лицо. Может быть, и не будет. Так, сейчас сяду. Вот так как-нибудь поставлю камеру. И я начну. Вот. Ну что ж, я начинаю. Пожалуй, лучше я начну с обычного куба. Так, я могу собирать не теми методиками, которыми я учил. Могу я собирать медленно. Так, сейчас как-нибудь еще так поставлю, чтобы кекса было видно. Сейчас. Пока не буду дальше собирать. Может придумать. Ладно. Вот так. Вот теперь, что такое? Я снова свой куб тут оставил. Вот. Я, по моим подсчетам, я должен справиться со всеми своими головоломками за 48 минут. Ну, это если в среднем посчитать так. Посмотрим, как сколько ты продержишься. Сколько ты будешь спать во время такого интересного события. Так, 3 на 3 собрал. Теперь давайте еще одну трешку соберу. По традиции. Кекс, ты понимаешь, что ты уже известным стал? Этот кубик просто крутится еле как, он еще советский, даже палаточный. Вот рублей за 100. Хотя нет, скорее всего, не советский, мне его в 3 года купили. Да, бабушка купила в каком-то рынке. Ну, в общем, то, что он крутится, сказать нельзя. Скорее, он не крутится. Если я буду собирать какие-нибудь кубы, на которые нет обучалок, я, значит, буду показывать. То есть все кубы, которые здесь есть, должны быть обучалки. Так, дальше давайте еще 2 трешки, такие вот мелкие, на которых цвета очень, ну как сказать,
очень неправильно расположены вообще, которые у меня появились уже года 3 назад, точнее, 3 года назад, другую тетя подарила мне, может быть, 2 года назад. В общем, они давно. С ним еще были брелки, но брелки уже я не помню где. Один у меня в столе, по-моему, а другой не знаю где. Что же это за трешка? Такая медленная. Она еще заклинивает. Вот после этой трешки другая любая кажется очень быстрой. На этой трешке даже оранжевый с красным рядом расположены. Когда соберу, могу показать, если не забуду. Давай же. Не везет мне сегодня ситуациями. Вообще на эту трешку я рассчитывала, что я буду собирать около 2 минут. Ну, потому что она очень медленная. Но чувствую, может быть, и дольше. Ну вот, оранжевый. Сейчас, ближе. Оранжевый рядом с красным. Чего не должно быть. Кексик. Спасибо тебе, Катя, за поддержку, а также спасибо за поддержку каналу Евгений Босин, каналу «Как собрать кубик Рубика» и каналу Антон Блинков. Это мои в интернете, можно сказать, друзья, которые меня поддерживают последнее время. Им большое спасибо. Так. Фух. Уже хочется что-то побыстрее. Эти кубики я собрала, приступила к чему-нибудь поинтересней. Кстати, я планировала еще видео про обзор головоломок 1 на 1 и, ну, как их сделать, но это может быть попозже. Вот это вот видео, оно экстренное в честь того, что у меня уже стало неожиданно 100 подписчиков, потому что в начале лета от меня отписалось 4 человека, а тут уже, ну вот. Большое вам спасибо всем. Ой. Реально меня не везёт с ситуациями. Фуф, этот кубик наконец-то соберется. Я еще предупреждаю насчет кое-чего. Насчет того, что я могу пользоваться шпаргалками. У меня шпаргалки по кубику 4 на 4, 5 на 5 и сквайр. Теперь я забыл. Так, давайте дальше 2 на 2. Так, 2 на 2. 2 на 2. По 2 на 2 у меня бычалка вроде бы есть. Да, у меня по 2 на 2 точно бычалка даже есть. О, как мне повезло. Двушка собрана. Теперь давайте 4 на 4. И по 4 на 4 у меня тоже бычалка есть. Она тоже набрала большую популярность. Тоже она многим понравилась.
И я еще, знаете, что планирую? Когда я выучу формулу по 5 на 5, формулы, ну или даже могу, может быть, не выучу даже, так, снять видео по обучалке 5 на 5. Еще что я забыл сказать, обязательно, так, сейчас, блин, прям обязательно, сейчас. Пишите в комментариях, какие кубики вы хотите научиться собирать. Просто мне нужны, ну так сказать, советы, что мне дальше снимать, про что. Вообще про продолжать или нет, может быть, уже никому не интересно. Белый-зеленый. Извините, то, что медлю, просто тут с этими ребрами, когда их ставить нужно, я не очень быстро умею это делать. Когда я маме сказала, что я это видео буду снимать, она сказала, что никому не будет это интересно, все хотят обучалок. А мне показалось то, что ну, нужно что-нибудь такое интересное, необычное, может быть, даже ну, тяжелое устроить на моем канале, чтобы было интересно. Так, я уже почти все ребра установил. Немножко. Так, последние два ребра у меня остались. РФ, УРФ, ДД. Так, ребра я вот все собрала. Надеюсь, вам видно. Теперь, как трешку обычно собирать нужно? Только в не паритет есть. Так, теперь мне очень повезло. Паритета у меня не будет. Хотя нет, еще может будет паритет, с которым я не умею справляться. Тогда все пропало, скорее всего. Ой. Блин. Я не умею с этим паритетом. Ну ничего, попробую. Так. Р2, У2, Р2. Паритет. Из-за него теперь все будет намного дольше. Сейчас у меня, скорее всего, ничего не получилось. Паритет то, что я не решил. Да, скорее всего. Как же он решается? А, по-моему, я вспомнил. О май год.
У меня в видео могут быть небольшие разрывы, потому что камера после того, как я снимаю 21 минуту, разрывает видео. Я это уже говорил не раз. Так, если сейчас у меня не получится решить этот приоритет, значит, мне придется поставить видео на паузу и немножко разобраться. Да, сейчас я продолжу. Так, я разобрался. Я только пару движений неправильно сделал в формуле. Сейчас я буду продолжать. Так. После этого, как и должно быть, кубик немножечко разбирается, но потом снова все должно собраться. Так, да? Да, сейчас я прокручу формулу, и все соберется. Вот уже один угол только. Долго я боролся с этой четверкой. Наконец-то у меня получилось. Вот. Следующий куб. Пожалуй, будет 5 на 5 пусть. И с ними тоже провожусь долго. И, по-моему, с пятеркой я буду возиться самое долго, дольше всего. Ну, потому что это пятерка. Это мой, так сказать, первый юбилей. Но думаю, я буду развиваться дальше, придумывать что-нибудь новое, интересное. Уже за эту неделю у меня прибавилось 5 подписчиков. Это уже круто. Но еще я хочу, чтобы у моих друзей тоже было подписчиков так же, как у меня много. Так, вот уже я собираю третий центр. О, желтый у меня почти собран центр. Повезло мне. И теперь последние два. Давайте еще раз повторяю. Скоро будет обучалка по кубику 5 на 5. Думаю, эта обучалка будет нужна, так как мне кажется, в интернете обучалок по пятерке не очень много. Не, ну конечно есть, но если я тоже сниму, ничего плохого, думаю, не случится. А наоборот. Кекс. Ты знаешь, я дверь закрыл, чтобы мне никто не мешал. Потому что там звуки будут разные доноситься. Я тебя не буду выпускать. Так, уже ребра. Ставлю. Когда вы ставите эти ребра, ну я тоже, такое ощущение иногда бывает, что они не кончаются. Их ставлю. Они не разламываются, но все равно очень долго получается. Вот.
Так, вот у меня два желтых, тут и два оранжевых получилось очень хорошо. Их будет поставить нетрудно, думаю. Так, вот еще два желтых, желто-зеленых даже. Ой, вот они сами собрались, теперь бело-синих два. Неужели я плохо размешала кубик? И теперь у меня ситуация с последними двумя ребрами. Мне, во-первых, надо их поменять между собой. Во-вторых, у меня они еще перевернуты. Так, у меня, по-моему, ситуация, когда ребра нужно менять, когда они вверх идут. Да. Не, Кекс, я тебя выпускать не буду. Ладно, попробую сейчас. Е, Р, Ф, О, А. Так, вот теперь у меня ситуация, когда они идут вниз. И вот в этой ситуации... Что такое? Р, Д, Д. Вот, вот сейчас должно получиться. Ой, что-то у меня с центрами тут переключилось. Да, у меня получилось их перевернуть. Но теперь у меня ситуация вот такая вот. Так, они должны на меня смотреть вроде бы. Теперь эта ситуация, это формула моя нелюбимая. Р2, Б2, У2. Так, дальше. Л, У2, Р штрих, У2, Р, У2, Ф2, Р, Ф2, Л штрих, Б2, Р2. Так, и спрашивается, что у меня тут приключилось. Похоже, я тут немножечко, совсем немножечко запутался. И теперь мне совсем немножечко надо будет все восстанавливать. Ладно, сейчас быстренько справлюсь. Точнее, быстренько постараюсь справиться. А уже как получится, так и получится. Ну так, что у меня получилось тут? Какая ситуация? Когда у меня идут вниз эти штуки. Так, еще раз. ДД. Пробую теперь немножко по-другому. Да, у меня получилось. Все, собрано. Фух, паритетов теперь не будет. Самое сложное я прошел. Бумага мне больше не нужна. Надеюсь, я ничего больше не сломаю, не разберу точнее. Ой, Кекс, бедняжка, уселся у двери. Кекс! Возвращайся обратно. Кексик. Кексик! Так, ладно. Кекс уже пусть сидит у двери там. Когда в следующий раз у меня будет загвоздка, тогда выпущу тебя. Не надо было всю ночь где-то гулять и приходить с хромой лапой.
пятерка уже почти собрана. Это очень хорошо. Я с четверкой, с пятеркой немножко задержался. Ладно, кекс. Ты можешь идти, я дверь оставлю открытой. Специально для тебя. Дальше у меня пусть пойдет крестики-нолики такой куб. С какой-то неправильной, даже слишком уж неправильной расцветкой. Так, сейчас попробую кое-что другое. Кое-что сделать. Что-то я уж слишком долго мучаюсь такими простыми кубами, как этот. Фуф, этот хотя бы собран. Так, теперь кубик 0×0 собран. Пирамидка 0×0 собрана. Дальше вот 1×1 собран. Цифровой 1×1, пирамидка 1×1. И еще тот, который вам не показывал, вчера сделал вот. Мегаминкс 1×1. Тоже собран. Так, теперь давайте будем немножко посерьезнее. Дальше пусть у меня пойдет бочка. Про бочку, кстати, у меня тоже обучалка набрала много просмотров. Еще, вот я вам, помните, уже говорил то, что просите меня головоломки, какие хотите научиться собирать. Так, дальше пирамидка пусть у меня будет. Вот. Просите, ну, пишите в комментариях, какие вас научить собирать. Просто, когда уже у меня, когда будет пироморф, ой, когда соберу пироморф X5×5, ну, супер сквайр 1, тогда мы будем заказывать новое. И чтобы я знал, что мне выбирать. У меня есть некоторые, то, что я прям... Я хочу пентакль, например, куб и кловер куб. Так, теперь вот этот вот пусть будет. Ну, просто я могу еще дополнительно заказать то, что, ну, интересно вам. Вот, я уже много чего тут собрал. Так, этот собран. Теперь безугольная пирамидка. Тоже с неправильной расцветкой. Тут здесь и черный, и оранжевый. Раньше на ней были углы, но потом я их снял. Три у меня угла так и лежат. Один пошел на пирамидку 1×1. И что я сделал только что? Что ли, угол неправильно расставил? Теперь все правильно. Вроде все правильно стояло. Так вот, это сделано тоже, пирамидка. Так, теперь пирамидка, или еще по-другому, пироморфикс.
Два на два. По безугольной пирамидке тоже будет обучалка. Думаю, там все понятно. Думаю, в безугольной пирамидке все понятно должно быть вам. Но все равно сниму обучалку на всякий случай. Думала я тоже, что в пироморфиксе. Так, теперь, раз уже про пироморфик, давайте вот этот пироморфик соберу. 3 на 3 обычный. У меня обучалка по вот этому пироморфиксу 2 на 2 набрала слишком много просмотров, мне кажется, даже. Ну, извините, что так много про просмотры говорю. Просто мне интересно, что больше снимать надо. Про что вам не очень интересно? 5500 просмотров. Хотя я думал, там все понятно будет в этом пироморфиксе. Так, это не тот угол. Не тот угол я поставил. А, я вспомнил, про что я вам еще не сказал. Про то, что у меня... Я изменил дату Access Time Wheel'а. Я должен был 28 числа... Ой, 29 числа выложить. Я выложил 28. Ну, потому что видео загрузилось раньше. Думаю, ну, все будут ждать. Лучше заранее загружу. Интересно, кекс еще вернется? Чтобы кекс прибежал, например, на кухню, надо всего лишь открыть холодильник. А для того, чтобы кекс прибежал в другую комнату, я даже не знаю, что нужно сделать. И вот пироморфик тоже собран. Так, давайте дальше вот этот вот мельницу, по которой вот скоро будет обучалка. Вот по мельнице я хотел снять, но я не успел. Так, у меня уже есть заданное время, за которое я должен собрать до приезда моих, ну, так сказать, родителей. Что я люблю снимать, когда я один дома. Вот в этом вот проблема есть одна в том, когда вот то, что мы будем заказывать, если головоломки новые. Проблема заключается в том, что, ну, закажем мы их, например, когда я соберу пироморфикс 5 на 5 и еще какой-нибудь, ой, и суперскайр 1. Но они еще будут идти около 2 месяцев, может быть. Нужно найти сайт с короткой доставкой. Тоже все тяжеловато там будет. А я уже почти собрал мельницу. Еще предупреждение. В июле видео я буду снимать реже, потому что у меня начинается этот лагерь, в который я не хочу ехать. И он будет длиться весь июль с 3 числа. По 31-е, но ко мне приезжают родственники, двоюродная сестра, так большие скрипы буду собирать, которая
выгорю, сестра, тетя, дядя. И поэтому я лагерь закончу раньше, ну, где-то 22-го. С 22-го. А в августе, наоборот, видео будут выходить чаще. Потому что в августе будет много времени. Вообще весь июнь у меня видео очень часто выходят. И многие их уже ждут, моих видосов. Ну, поэтому я стала их чаще снимать. Так, скьюб собран. Теперь пусть будет, например, Твисти Скьюб. Пока это на Твисти Скьюб вообще не похоже. Это похоже на какой-нибудь Хаус Скьюб. Потому что все размешано так. Ситуации выпадают, которые есть только в Твисти Скьюбе. Некоторые, ну, я знаю то, что есть еще Твисти Куб. Другие некоторые тоже знают. Но Твисти Куб собирается как обычный кубик 3×3. Так, Твисти Скьюб тоже собран. Теперь давайте брик, упрощенный брик куб. По нему я уже давным-давно заснял, ну, может, недели две назад обучалку, но я никак не могу ее смонтировать. Времени не хватает. Ну, просто если бы я на... У меня праздник, у вас нет, на 100 подписчиков такой бы снял обучалку на брик-куб. Думаю, это было бы, ну, как-то, не знаю, как сказать, не празднично, что ли. А такое лучше. Этот брик-куб стоил всего лишь 200 рублей. И этим самым, ну, то есть... То, что он стоил 200 рублей, он был самым дорогим в магазине том, в котором покупал из кубиков. Там были за 150 все почти. Ну, там была обычная трешка. По-моему, там еще мельница была. А еще я хотел раньше, ну, неделю назад я в магазинчике видел Фишер Куб за 100 рублей, но потом передумал его покупать, потому что... Он собирается, мне кажется, как трешка. Если у вас есть Фишер Куб, и вы не умеете его собирать, или просто нужна обучалка, говорите, значит, я его могу купить. Фух. Так, паритет точно. Фуф, я уже испугался. Давно я брик-куб не собирал. Он просто у меня новый еще. И я его освоил, а потом немножко подзабыл со временем. То, что тут есть паритет. Уже так испугался. Брик-куб почти собран. В куче этой уже осталось не так уж много головоломок. А времени у меня уже вообще почти нету.
Ладно, если они приедут, я, может, поставлю на паузу или закрою дверь. Или, то есть, так, брик, куб собран. Дальше вот такой вот 2 на 2. Вирусный какой-то, так называю. С ним я справился. Дальше, может быть, теперь железяки. Я попробую. Если нет, то железяки, значит, я трогать не буду. Я помню, что вот это должно так стоять. По железякам тоже, может быть, будет обучалка. Но железяки, думаю, там проще намного. Все, эти две я разобрал. Треугольники я разобрал. Теперь у меня еще есть восьмерки. Так, чтобы сделать восьмерки, нужно, чтобы они как-то так вот. И сейчас. Как же я это делала? А, точно. Просто толкать ее нужно. Вот. И вот так. Восьмерки сделала. Так, бумажный 3 на 3 я зря сюда принес. Так, давайте теперь вот такой вот лабиринт. Вам тут, скорее всего, ничего не будет видно. Так, давайте во время того, как я буду крутить лабиринт, я сяду вот сюда. Ой. Так, все равно, по-моему, ничего не видно будет. Не туда я попал. Где я? И лабиринт. Я вот тоже. Так вот, лабиринт я прошел. Ну, лабиринт это лабиринт. А у нас должны быть более серьезные головоломки, например, кубик, который вообще не знает, что такое крутиться. Это мой самодельный цифровой или циферный кубик. В общем, из цифр, который состоит. По нему тоже скоро должна быть, ну, может быть, не скоро, но должна быть обучалка. В планах на лето я про нее говорила. И, кстати, не только про нее. А тут еще вот, сейчас один момент я чуть не упустила. Он вообще не крутится. И главное, я его сделала уже больше года назад, крутила уже даже не 10 раз, даже намного больше. А он еще все живой. Ну, я не в смысле, то, что я его хочу угробить, просто он не сломался еще. И это для него это вообще достижение. И этот кубик кручу как новичок. Просто нужно очень его тяжело. Его очень тяжело крутить. Поэтому приходится сильно напрягаться. Еще тут у меня какой-то центр выпал. Который, возможно, сейчас поставлю неправильно. А если я его поставлю неправильно, это будет плохо. Но я его поставила правильно, судя по всему. Паритета у меня не выпало. Так, уже почти конец. Не всего видео, а сборки этого кубика. Хотя и видео-то уже
подходит, по-моему, к концу. Ну, в крайнем случае, у меня осталось тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь головоломок. Так, этот я тоже собрал. Нет, не собрал. О май гад, больше ничего не могу сказать. Смотрите, я все-таки то ребро неправильно поставил. Давай же, вытаскивайся теперь. Вытаскивайся. Так, похоже, это ребро у меня не вытащится. Значит, тогда попробую перевернуть другое какое-нибудь. Ладно, буду считать, что я собрал тот кубик, потому что я его правда собрал. То, что флипнулось ребро, это не считается. Теперь шестереночные. В конце видео я еще буду пробовать этот кубик вернуть правильно, чтобы он был. Так, шестеренчатый я сейчас быстро соберу. Теперь давайте зеркальный. Так, вот уже хоть что-то, хоть совсем немного я сделал. Зеркальным, я думаю, я немножко задержусь. Ну, конечно, не сильно, но немножко все-таки задержусь. Так, осталось немного. Я еще, по-моему, никогда такого не делал, чтобы все свои головоломки разбирал. Ну, или хотя бы даже почти все. Давай уже немного. Хотя все-таки я вот с этим кубиком, не с этим, а который другой, я с ним еще, получается, не справился, который цифровой. Я его еще переставлю. У меня только один сейчас на своем месте стоит. Но сейчас уже вроде все.
это зеркальный, мне кажется, что он такой скоростной, быстрый. И зеркальный тоже собран. Теперь давайте Мегаминкс. Не под конец, но... Но все равно, Мегаминкс лучше сейчас собрать, чем в последнюю очередь. Мне так кажется. Под конец оставить самое легкое. Мегаминкс я собираю в среднем где-то 5 минут. Ну, не в среднем, обычно минут за 6 я собираю. Иногда за 5 получается. Но один раз у меня было совсем, мне повезло. Я Сквайр, Мегаминкс и 3 на 3 смог собрать за 6 минут. Это вообще был мой рекорд. Это самое классное, что было вообще с Мегаминксом. Возможно, тогда я установил свой собственный рекорд. Кекс, наверное, внизу улегся. Ему там, скорее всего, тише будет. Я уже понимаю, что я не уложился, как хотел, в 50 минут, даже в 48, как и вообще. Ну, то, что 48, это я точно знал, не получится. Но теперь моя задача уложиться хотя бы в час. Остались мне два этих лучика, как я их называю, и, ну и один, ну то есть немного. Так, последняя деталь. И остается уже самое легкое. Так, Мегаминкс, давай собирайся быстрее. Или хотя бы, чтобы на тебе ситуации попадались попроще. Ну сейчас пусть попадется ситуация попроще мне. Да, все-таки мне повезло. И сейчас мне даже повезло в ситуации. И сейчас мне повезло в ситуации. Неужели Мегаминкс меня послушался?
И последнее на Мегаминксе — это переворот углов. Мегаминкс у меня отмою. Один из лучших в мире. Правда, я знаю то, что недавно или недавно появился Ган Мегаминкс. Так, теперь вот этот вот двухслойный пирог. Ну, Ган Мегаминкс, он очень... Я не понял. Я же его запутывал. Пирог, а он меня все сразу собрался. Ну ладно. Так, я хочу вернуться ненадолго вот к этому кубу, который мне очень сильно мешает. Потому что когда он у меня не собран, я понимаю то, что у меня... Я не могу пока собрать все. Я сейчас переверну любое из ребер. Например, даже вот это. Которое, где тройка с двойкой. Нет, не то сделал. Это отклеилась штучка. Ну уже все, ничего страшного. Думаю, потом приклею. Так, теперь главный угол. Не перевернуть. Да, у меня поставилось это. Так, теперь уже все по плану. Этот я дособираю. У меня тут одно ребро отклеилось немножко. У меня там двойка. Но это ничего страшного, думаю. То есть теперь мне тут надо перевернуть два угла. Все, теперь он точно собран. Дальше давайте я соберу сквайр. Так, подкову я собрала. Так. Форма уже есть. Это быстро у меня все удалось. Нет. Со сквайром. Так, ну что, теперь фары. Так, ко мне уже пришли, так сказать, гости. Сейчас я закрою дверь. Так, теперь я буду решать. Вот эти вот тут, которые у меня, по-моему, паритеты у меня возникли. Так, еще раз. Сюда. Так, и вот так. Что у меня тут теперь? А, ну теперь я все, по-моему, быстро решу. Сначала два больших. Потом так. Так, и вот так вот. Да, у меня без паритета все обошлось. На этот раз большой, маленький, так вот, и вот так вот. И теперь мне нужно перевернуть эту балку, которая посередине,
и сквайр собран. Остались два куба. Ну вот, эксис куб. Так, сейчас буду говорить громче, чтобы не было слышно никого больше. Так, эксис. Эксис куб сейчас я соберу. Так, подождите сейчас. Может быть, я сейчас поставлю на паузу? Да. Так, я продолжаю вот этот собирать этот куб. Осталось уже совсем-совсем немножко мне. Совсем-совсем немного. Так, сейчас там крики, хотя я попросила потише. Вот из-за этого я не люблю снимать, когда кто-нибудь дома есть. Но, думаю, все равно вам не было слишком слышно. Уже почти все собрано. Давай. Ну, в смысле, почти все головоломки. Это у меня еще не собрано. Сейчас я где-то на середине. Ну, если так, примерно. Вот это вот бело-розовое. И теперь вот это вот зелененькое поставлю. Долго я тут уже просидел. Надеюсь, не зря. Нет, у меня почти все правильно стоит. Но все-таки кое-что неправильно получилось. И вот последние вот эти вот углы поменять. И после этого мне останется одна моя, можно сказать, самая простая головоломка. Так, собрано и последнее. Вот это вот головоломка. Кубик 3×3×1. Так. Еще раз говорю всем спасибо за то, что у меня уже так много подписчиков, так я собрал 100. Большое спасибо каналам, я уже говорил каким. Ну вот, я снял. Если хотите новых видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока.